Здравствуйте. С вами Зундыл Ама. Вы смотрите гороскоп Зурхай на ТВ. Сегодня воскресенье, 20 июня, 10 день по лунному календарю. Успешен для людей, родившихся в год быка, дракона, змеи и лошади. В этот день благоприятен для занятий важными государственными делами и встречи с высокопоставленными людьми. Сегодняшний день также подходит для проведения праздников и представлений. Неблагоприятно сегодня совершать важные начинания. Не рекомендуется делать дорогие покупки и принимать дорогие подарки. Стрижка волос к увеличению личной силы и богатства. Отправляться в дорогу к удаче в бизнесе. И помните, нет дороги к счастью, счастье есть дорога. Абсолютно безопасные, стоят меньше гипсокартона, оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.